Всем привет, это Игла. Это я, а это Ева. Братцы, кролики. Будем заниматься с колбасками. Всем привет, это Игла от Стика. Тут мы много катали колбасок. Колбаски? Да, колбаски. Сейчас вам покажем, как я собираю. А что, почему они крепятся? Это как магниты. Они магнитные? Да. Тут есть книжечка, с которой вы можете собирать. Вот тут какой человечек, колбасочка. Что соберем? Ну, может собрать два братика. Два братика? Да. Ну, давай. Это я, а это Ева. Братцы-кролики. Итак, в комплекте у нас были два пакетика с деталями. У нас комплект Стика 20, то есть значит здесь в комплекте 20 деталей. Еще есть, по-моему, 10 и 30, если из этой серии. И все детали, они из крепкого пластика. Внутри там железные шарики и магниты. Скорее всего, магниты здесь, а железные здесь. Полусферах. А сферы все, то есть шары, они вообще железные. И причем они очень хорошо прокрашены. Я не знаю, что это за краска, но они у нас даже падали на плитку несколько раз. И при этом ничего абсолютно здесь не ободралось. Итак, конечно же, сама компания предлагает, разработчики предлагают конструирование. И это очень здорово на пространственное ориентирование. Ребенок смог отследить и понять, что у него, с чего начинается, что следующее слева, что следующее справа и так далее. Сейчас мы будем строить зайчика, попробуем. Давай. Хорошо, давай смотрим, какое основание у зайчика. Мы смотрим в самом низу что? Красиво. Нет, смотрим внимательно, в самом низу что у него? И вот такой у нас получился зайчик. Кстати, игра еще некий балансир, потому что нужно немножко сбалансировать эти детали и закрепить, поискать так, чтобы ничего не упало. Еще момент, который я сразу не сказала, это то, что вся игра представлена в 4 основных цветах, ну, в нашем случае плюс еще 2 дополнительных. А теперь будем заниматься с колбаской. Колечко, язычок. Раз, меняем. Колечко за. Ага. Соединяем. Давай. Первое сделали. Хорошо. Следующее. Колечко. И зайчик. Колечко, зайчик. Еще меняем. Меняем. Колечко, зайчик. Ага, молодец. Соединяешь еще деталь. Следующее упражнение. Давай. Поехали. За зубки язычок. Раз, поменяли руки. Два, хлопок. И прицепляем. Молодец. Еще раз делаем. Раз, нет, мы делаем так. Вверх язычок. Вниз. Давай вверх, вниз. Дальше что? И какую деталь берем? Шарик, молодец. Еще. Карточки покажу сейчас. Крак-лак, крак-лак. А давай сделаем на фигурках. Как пальчик. Лак, рак, лак, рак, лак, рак, лак, рак, лак. Молодец. А вот тут повторишь? Да. Палка. Дальше. Шарик. И? Дуга. Дуга. Дальше что пойдет? Нет. А, палка, правильно. Дальше. Шарик и... Дуга. Ну, давай. Давай еще строй.
Ра. Еще. Ла. И. Ла. Рал. Ра. Л. Ра. Дальше правая делает рука. Это не правая, правая. Нет, вспоминай, что делаем на палочку. Что делаем на палочку? Говорим. Ра. Ра. На шар что делаем? Говорим. Нет, вспоминай. Ла. Ла. И на дугу говорим. Ра. Умница. Дальше. Слушай внимательно, будем строить дорожку. Синяя дуга, красный шар, желтая палка. Нет. Слушай еще. Синяя дуга, желтый шар, красная палка. Дальше. Дальше. Какая палка в конце была? Молодец! Смотри, какая смешная. Берем микрофон. Шарик отсоединяем. Рая. Рая. Перехватили. Кормит. Кормит. Перехватили. Рыб. Рыб. Теперь сама. Поехали, делаем. В эту ручку берем. И. Рая. Рая. Перехватили. Кормит. Угу. Еще. Рыб. Круто, молодец. И мы берем перехватом. Рая кормит рыб. Синяя палка. Дальше смотрим. Грибок. Нет. Грибок. Здесь полусфера. Вот. Вот в ней пипка оранжевая наша. И теперь руль делаем. Красная палка. Красные две палки. И с этой стороны. Вау, получился велик. Покажи. Рама, кот и рыб. Покупай скидку на 12%. Собирать зайчика, да? Рома, кот и рыж. Какая скидка? 12%. 12%. Процентов. Процентов. Процентов.